В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 21 сентября по 21 декабря 2020 года, согласно договору ГКО РД Центр занятости населения муниципального образования Хасавюртовский район и частного учреждения дополнительного образования Махачкалинский центр повышения квалификации Академии Каспий на базе ДГУ города Хасавюрт проводили занятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию лиц 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста. 21 декабря прошло тестирование и вручение удостоверений о повышении квалификации 9 человек бухгалтерам по программе «Бухгалтер-1С». Присутствовали директор Академии Каспий Абид Абдуллаевич Абидов, преподаватель ДГО Дадаев Денислам Хайбуллаевич, председатель аттестационной комиссии Рамазанов Шагабутин Камилович, куратор по профобучению Академии Каспий Алиев Марат Исрапилович и временно исполняющий обязанности директора Центра занятости населения муниципального образования Хасавюртовский район Имау Байрамали Абдулазизович. Приятно, реально приятно удивили именно тем, что организованностью. Была организованность следующего типа, когда люди, которые пришли сюда, они реально получили то, что хотели. Признаюсь, мы не ожидали этого, но так получилось. В этом году, например, да, руководитель Хасавюртовского ЦЗН также сам пришел, говорит, я, говорит, собрал главную бухгалтеру. Честно, удивился. Я вот единственный человек, который смог собрать специалистов, которым нужно необходимо. Я понимаю, что вы все работаете, вы все имеете опыт. Но в любом случае, когда вы вырываетесь из той рутины, в которой вы пребываете, хотя бы разговариваете, общаетесь между собой. Это тоже, да. Это очень большое значение имеет, потому что для нас тоже. Да, потому что я сам, например, за это время два раза уже ездил в другие, в Калининград ездил, в Иваново ездил, в Уфу ездил в этом году, в Москву ездил в этом году, просто на сбор руководителей образовательных организаций. Когда какие-то вещи, которые для меня вот по тем или иным причинам, вот вроде бы очевидная вещь, а я его не вижу. А ко мне подходит человек и говорит, а это же мы так решаем. И ты смотришь, думаешь, как, вот он уже вот он на поверхности лежит. Я надеюсь, то, что вы между собой как-то пересеклись, общались, и то, что в любом случае каждый из вас имеет свой уникальный опыт, который позволяет ему быть немножко другим в сравнении с своим коллегой. Я надеюсь, что даже то, что вы собирались вместе, вам очень помогло. В рамках федерального проекта, национального проекта «Демография», сами знаете, что с 21 сентября начали занятия. Вот сегодня прошли тесты, вручение, сейчас будет вручение удостоверений. Большое спасибо руководству Академии Каспий, преподавателям ДГУ, что вот так прошли. Я надеюсь, что вы довольны и все полученные знания, практику, вы все работали, практика у вас есть, но в дальнейшем тоже используйте это в своей работе. Адил Гаджиева, Таибат Мухтаровна. Таибат Мухтаровна, от души поздравляю с завершением этого обучения. Для фотографирования. Спасибо. Гусейнова Зарият Басировна. Поздравляю вас с окончанием. Да, поздравляем. Желаем всего успешного в работе. Курашева Разия Гаджиевна. Поздравляю вас с завершением. Желаю вам удачи и вашей работе. Очень приятно было. Мы сюда пришли как на праздник. И учителя хорошие. И наши бухгалтера тоже хорошие. Общались хорошо, учились хорошо. Преподаватель супер. Спасибо вам большое. Очень приятно было.